Пам-пам! Привет! Я Руслан Усачев, и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Пам-пам! Я думаю, что многие из вас видели вот это видео. 16 миллионов просмотров, как-никак. Но если вам по какой-то причине лень продвинуть немного курсором и нажать на аннотацию, то я сейчас в нескольких словах объясню, в чем суть. Голландский дизайнер Дэйв Хакинс предложил идею модульного телефона. Зачем переплачивать за мощный процессор в телефоне, если ты просто на нем почту проверяешь? Или зачем Bluetooth-модуль, который никогда не используешь? Давайте лучше выпускать отдельные блоки, и пользователь будет сам под себя собирать телефон как конструктор. Идея нашла большой отклик, но в то же время и некоторую критику. Скорее всего, телефон, собранный из отдельных частей, будет стоить дороже, чем уже готовый моноблок. К тому же, места будет больше занимать, потому что нельзя будет изначально все так точно и компактно подогнать, как удается сделать в современных смартфонах. Но на днях компания Motorola объявила о том, что уже как год работает над похожим концептом. У него джигитское название «Проект Ара». У него стандартная материнская плата, эндоскелет – основа телефона и огромный выбор модулей, заменяемых, которые выбирает уже сам пользователь. Хотите клевый экран или крутую камеру? Пожалуйста. Хотите большую батарею или пульсоксиметр? Без проблем. Компания заявила, что она объединила усилия вместе с Дэйвом Хакинсом, и теперь они совместно разрабатывают этот проект и уже зимой представят альфа-версию. Если вы хотите испытать свою удачу, то можете вот по этой ссылке зайти, зарегистрироваться, и, возможно, вы окажетесь счастливчиком, которому дадут потестировать раннюю версию телефона. Но давайте будем реалистами, мы живем в России. Кто нам вышлет раннюю версию этого телефона? Я уже, по-моему, полгода жду свой Google Glass. Привет, Google! Я тут. Еще мне интересно, если проект все-таки состоится, выйдет в свет, то как скоро появится специальный такой маленький модуль, который ничего не делает, на нем просто нарисовано надкусанное яблоко, и он стоит $199. Пам-пам! 12-летний школьник из Монреаля признался, что он специально для группировки Anonymous взламывал государственные сайты. Сайт полиции города, Института общественного здоровья Квебека, сайт правительства Чили. Все пали под его натиском. В качестве оплаты ему обещали видеоигры. Ущерб от действий мальчика полиция оценивает в $60,000, и сейчас ведется разбирательство по делу. Это, конечно, смешно. Парень взламывает сайты за игры. Ха-ха-ха. У меня другой вопрос. Он взламывал сайты для Анонимуса. Глобальной, неуловимой, грозной организации, которая стоит на пути полного контроля правительства над нашей жизнью. И им нужен был 12-летний парень, чтобы взламывать сайт. То есть они сами не могли справиться? Парень не гений был, он просто немного разбирался в сайтах, да, как работают компьютеры, понимал, не самые сложные сайты мог взломать. Парень, который взламывал за видеоигры сайты, но не понимал, что эти же самые игры он может просто бесплатно скачать. И вот, видимо, этот пацан лучший хакер, чем могущественный Anonymous. Пам-пам. В продолжение темы высоких технологий я хочу рассказать вам об одном приложении, на которое наткнулся совершенно не случайно. Rate & Goods превращает камеру любого самого стандартного смартфона в сканер штрих-кодов, который дает информацию о продукте. Просто через интернет сверяется с базой данных и выдает информацию о продукте, а главное говорит, что о нем думают другие пользователи. То есть разработчики пытаются сделать что-то вроде Foursquare, только подсказки оставляют не о клубах, кафе и ресторанах, а о товарах. Мне кажется, что использование приложения упирается в два сценария. Во-первых, перед тем, как что-то купить, можно проверить, что это за товар и что о нем думают другие люди. Второй вариант — это сканировать то, что у тебя уже есть, за что ты отдал свои деньги, что тебе нравится, и дико батхёртить из-за негативных комментариев других пользователей. Для примера эксперимент я решил просканировать вот эту неплохую штуку. GTA 5. Ну-ка. Фокусируйся. GTA 5 для Xbox, рейтинг 9.3 из 10. Давайте проверим отзывы. Так, 10 баллов, 10 баллов. О, 6 баллов. Артём Михаличенко поставил игре 6 баллов и пишет: плюсы. Классная игра. Минусы. ПКшникам обидно. И дополнительная информация. Буду ждать на ПК. То есть, видимо, Артём, как гордый обладатель PC, поставил игре шестерку просто потому, что она еще не вышла на его платформе. Поздравляю, Артём. Ты весьма безосновательно испортил средний балл для GTA 5. Пам-пам. Новость для любителей военной техники. Уральский автомобильный завод заявил, что в 2014 году выпустит партию специальных бронемашин под красивым и звучным названием «Урал-43-20ВВ». Величественные, мощные машины, каждая весит по 18 тонн, бронированы в усмерть. Выдерживает прямое попадание снайперской винтовки Драгунова, и внутри может спрятаться 18 человек от взрыва пары килограмм тротила. За такую прелесть 10 миллионов отдать не жалко. Только вот зачем они нужны? Сейчас я вам процитирую слова главного инженера Уральского завода. Из-за больших габаритов и ограниченного сектора обстрела этот автомобиль вряд ли будет использоваться в боевой обстановке, непосредственно в бою. А вот для разгона несанкционированных митингов и различного рода акций хулиганствующей толпы он подходит идеально. Выстрел снайперской винтовки Драгунова и взрыв 2 килограмм тротила.
Это чьи несанкционированные митинги у нас планируются в 2014 году? Неудержимые чем-то недовольны будут, и не восстание Скайнета ожидается. Я думаю, есть два варианта. Первый, на уральском заводе создали эту машину и поняли, что она непригодна для боевых действий. Армия ее не купит. Нужно же куда-то толкнуть разработку. Поэтому они такие: о, давайте мы сделаем вид, что мы живем в Сирии, у нас оппозиционеры по улицам ходят с автоматами Калашникова. Второй вариант, что сейчас среди оппозиции распространяется какой-то вирус, и в следующем году у нас будут просто митинги зомби, через которые можно будет прорываться только на такой бронированной технике. Я даже не знаю, какой вариант веселее. Пам-пам. Это все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу Пак-пам. Больше всего в интернете сейчас обсуждают новость об избиении популярного блогера Ромы Желуди. По заявлению родственников, он сейчас находится в одной из московских больниц в реанимации в тяжелом состоянии. И это вся информация, которая...